Желаю, завал произошел, Игорь Артемович. Захватил вентиляционный и до откаточного. На данный момент убираем породу с откаточного. Вот так, товарищ директор. Дождались. Ну что там, Юрка? Есть! Смотри, живой! Живой! Живой. Темпроходки восстановлен. Докладывай диспетчеру. Угроза второго обвала остается. Как поняли? Как поняли? Из гранита взглядом чужим, взглядом истцов. Сколько же их отправлялось на шахты, сколько же их не вернулось назад. Люди, поверьте, ударные вахты не оправдали наших затрат. А без угля никак нельзя, он так необходим отчизне. И не жалеем мы себя, как хочется хорошей жизни. Нас снова манят метражи, прости, Господь нас, и помилуй, и наши крепи поддержи, и путь пройти пошли нам силы. Золото льется рекой из забоя, чтобы сегодня нам всем стало теплей. Только порой ценой дорогою платим мы все за число метражей. Светлая память всем тем, кто уже не полюбит. Светлая память всем тем, кто уже не споет. Тем, кто уже никогда никого не осудит. Тем, кто лишь в памяти нашей сегодня живет. Никак нельзя, и снова видим миражи мы, и не жалеем мы себя, как хочется хорошей жизни, как тяжит наш насущный хлеб и колит, но не ропчет все же, чтоб снова вышли мы на свет, храни нас под землей.
Черное золото.